Друзья, всем привет! Решил сделать такое коротенькое видео, но я думаю, многим оно пойдет на пользу. В последнем обновлении PUBG у нас стала появляться ошибка в игре. Возникает сообщение во весь экран, где нам сообщают информацию, что некоторые файлы установочной игры повреждены. Пожалуйста, проведите проверку целостности установочного файла. Данная ошибка исправляется очень легко, буквально в пару кликов. Для этого переходим в свой Steam аккаунт. В нашей библиотеке по игре PUBG нужно будет кликнуть правой кнопкой мыши, выбрать меню «Свойства», перейти в раздел «Локальные файлы» и нажать на кнопку «Проверить целостность игровых файлов». Проверка на деле проходит очень долго. Это видео, чтобы вы понимали, было ускорено примерно в 6 раз. По итогам проверки Steam сообщил, что два файла были повреждены и будут загружены повторно. Данное сообщение мы уже можем закрывать. Окошко с ошибкой больше возникать не будет. На этом видео заканчивается. Ну а с вас, как всегда, лайк, подписка, комментарий. Всего вам доброго, друзья. До свидания.